Всем привет! А у нас зима настоящая. Вон, гляньте, все метет. Нам с утра пораньше нужно в полоску. Вот прикол. И у нас опять замерзла дверь. Точнее, не дверь, а ворота. Да ё-моё! Один есть. Сюда теперь проблема. Не, ворота, гляньте. В этот раз повезло. Знаете, в прошлый раз я открывал топором. И людям так это не понравилось. Говорят, можно горелкой было взять. Вы представляете, воротину открывать, отогревать горелкой. Сколько это времени займет. Вот. И это раз. А второе, а если у человека в этот момент нет горелки, это раз. И еще такой момент, когда на улице очень холодно, сильный мороз, горелка, газ, он не очень хорошо горит. Поэтому это все фигня, короче. Вот горелку можно достать и даже не запалить. Это так, на будущее. Так, включаю хабы. Ага, включаю, блин. И не включу, смотрите. Они же все замерзли, блин. Блин, ладно. Попробую без хабов ехать. Жесть какая-то, вообще. У нас просто лил дождь, а потом пошел снег. И вот все в таком духе. Результат налицо. Сейчас буду шкряпать. Даже в машине, когда вот холодно, если бак не полный на 100%, вот как у меня сейчас, давления нету и газ не проходит, он показывает, что его нету в машине. Поэтому горелкой холодное время года не всегда получится разморозить, так что газ не выручил в этой ситуации, а выручает только топор. Полный привод не врубил, а задок же легкий, ESP нету, буксует немножко. Липучка. Короче говоря, нам с утра пораньше нужно в Павловскую. Вот, я сейчас еду за бабушкой и за Кристиной, чтобы они с малышами посидели, а мы быстренько смотаемся в Павловскую. Очень надо. Вот. Записались там на прием мы уже давным-давно, еще до праздников. Попадаем только сейчас. Так что вот такая вот у нас погода. Опа! Непредвиденная. Я бы сказал, даже страшновато. Ну представьте, лил дождь, а сейчас температура минус. А до этого буквально в полночи лил дождь. Да. Ты такая рубашка классная. А? Рубашка классная. И покакала, покусила. Да. Поменялись. Чистенькие. Пузика. Пузика моя. Пузика моя. Сейчас бабуля помоет. Это Милана. Скажи, баба. Баба, скажи, ты где? Бабуля? Бабуля, как медведь. Миланочка,
Нет, моя красавица. Тогда мир такой не понял, а что такое? Почему все через меня проходят? А тут не знаешь, кого хватать, когда двое. Баба, скажи. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Любимая девочка. Звездочка моя. Я не боюсь, если что. А где тут? Где? Кто? Пилотик, ты чё, мой? На пальчике. Пилотик, я же с тобой поздоровалась, пожалела тебя. Что такое? Всем привет! А к нам пришла зима. И не простая, а с морозом. Когда у нас до этого выпадал... Все, садись. Ох, ё-моё. Давай. Когда у нас до этого выпадал снег, у нас мороза не было. Поэтому он у нас уже, можно сказать, на следующий день растаял. Ой, боже. Ой, как неудобно. Неудобно в этих куртках, штанах. Да. Да, не попадаем, она была синяя. Не знаю. А, да. Приехали в районный центр. Тут кое-какие дела нужно решить. Вот такую вот я слякоть помню в Москве. Постоянно были ноги мокрые. Как красиво. Очень даже красиво. Все, мы сейчас вот делишки свои решим личные. Что-то ты здесь застрял. Мы в машину попасть не можем. А, что? Замок, представляешь? Замерз. Знаешь, сам что прикол? А. Это чревато тем, что ты можешь ключ сломать. Да мы вообще отсюда не уедем. Не надо, пожалуйста. Давай. Точно машину закрыл? Закрыто, я не смогла открыть. Ну что так долго ковыряешься? Вот тебе погодка. О, открыл. Ура! Все, поздравляю. Ура, вот сюрприз. Не люблю таких сюрпризов, особенно когда холодно. Ого, здесь что у нас? Смотри. Смотри, что. Я думаю, что это? Мы поехали, она всегда. А, ты вчера же, я еще тебе говорю, что ты там делал с фонариком? Да, я слышал, что-то шипит. Шипит, говорит, колесо что-то. Не могу, говорит, понять. Ого, какое ледяное. Гляньте. Ой. Там же это так. Что-то это, Кубань не Кубань, Рушан. Да, ты мне говоришь, снега хочу, снег. Вот тебе снег, блин. Угу. Стой, мерзни, блин. Не, я пошла. Ничего не знаю. Холодно очень. Ну, не очень, конечно. Ну, прохладно. В машине теплее, конечно. Мы заезжали в МФЦ по делам. Сейчас мы там все уже домой сейчас поедем. Все уже освободились. Дети уже уснули. Кристина позвонила, говорит, будете подъезжать. Потихоньку заходите. Дети уснули. Вот. Так что сейчас приедем, Рушан. Поедет мама с Кристиной отвозить. А я буду готовить второй завтрак и лечиться. Рушану уже полегче. Что-то мы в этом году прям это, не знаю, что происходит. Что-то с Рушаном по очереди. Холодно, да? Да блин, оно тебе надо? Руки замерзнут. Нет, пошел дальше, что ли? А, нет, сейчас здесь надо выезжать, ветки, вот. Ветки здесь висят прям. Сегодня по группе смотрела, уже с утра пораньше было ДТП. У нас как ехать в районный центр по трассе. Мы хотели сперва полями поехать, потом Рушан передумал.
приехали в нашу амбулаторию, чтобы на Краснодар детей надо записать. Вот, сейчас Рушан быстренько забежит, возьмет направление. Я пригрелась, не хочу выходить. Блядь, что туда вдвоем бежать? Вот, и направление возьмет. Говорит, сейчас попрошу, чтобы на попозже. Как-то ездили в Краснодар. Нам нужно было к 9, по-моему, или к 8. Это было сложно. Так что сейчас, говорит, попробую уговорить часов на 12. Вот как раз мы утром выйдем и к 12 уже там будем. А направление нам нужно в отделение Катамзы. Я вот помню, говорила, по-моему, видео вот эти короткие выпускала в шорсах. Это отделение, там наблюдаются детки именно недоношенные. Ну, они помогают с питанием, потом они обследование. Вот в основном вот у недоношенных там с глазками есть определенные там проблемки. Вот. На мультики нельзя часто смотреть. Можно, но не часто мы вот это. Редко мультики включаем, смотрим. Ну, не без этого, как детям мультики не поставить. Конечно, тоже все надо, мультики, тем более эти все развивающие. Мы смотрим. Ну, стараемся пореже, конечно. У нас даже бывает такое, что за весь день мы можем вообще не включать телевизор. Развлекаем детей. Ну, в основном, когда вот, допустим, тебе слишком, ну, надо что-то там срочно сделать. И либо вот сейчас вот я болею, допустим, если ребенок начал капризничать, я говорю, ой, давай мультики посмотрим. Вот включаю мультики там. Ну, в день час, наверное, у нас на мультфильмы уходят. Так что сейчас возьмет направление, дай бог. Не знаю, возьмет, нет. Ой, идет. Далее. А? Направление. Сказали, дай бог, если в феврале, говорит, попадет. В смысле? Ну, в прямом. Я хотела спросить по поводу питания. Но можно, нет уже, сколько можно так питаться? Это если только где-то находить в интернете. Так они что сказали, позвонят нам или что? Да, позвонят. Ладно, потом уже дома поговорим, потому что сейчас тут, наверное, хрипит все. Я хриплю еще. Камера там плохо снимает. Именно голос. Так, я сейчас чай готовлю детям. И здесь у нас чайник. Температура 40. Я... Так, здесь так, так. Я вот так, короче, делаю. Наливаю. Сейчас, подождите. Терпение. Так, закрываю. Что-то забыла, короче, там. Сейчас режу уже, стерилизую. Естественно, мы уже большие. Раз в день. Но основное стерилизую после молочки, да, Рушан? Бутылочки, говорю, стерилизую. В основном после молочки. Так, чай. Теперь я это все закрываю. Все это мы вот так вот размешиваем. Пилот, да никого там нет. Все, растворился чай. Теперь я это открываю. Теперь я это все разливаю пополам. У нас Милана. Милана у нас. У нас Милана даже воду хорошо пьет. И у нас будет. Дочь, чаек будешь пить? Садись, садись, садись. Дамиру поставила. Сейчас он, по-моему, наверное, схватит. Ему больше это. Поиграться надо. Давай, давай, давай. Бери чай, попей. Дай мне. А, нет, смотри. Ой, ой, помоги ему. Вот у нас Миланочка любит, что воду она хорошо пьет, что чай. Все хорошо пьет. Умница просто. Умница. Кучеряшечка наша. Посмотрите, там какие кудри.
Ох, какие кудри. У Дамира тоже немножко есть. Умница. Ага. Все, Дамир, видишь, попил. А Миланда последнего будет выпивать. Она любит водичку попить. Да, доченька? Не, ну она тоже оставляет, Дамир, естественно. Когда я ем, я глухонем. Не надо разговаривать. Миланочка чуть-чуть не допила. Так, давай, ручки мы вытаскиваем, доченька. Ручки вытаскиваем. И смотрим, давай, вот смотри, твоя любимая, Мишку. И смотрим книжку, давай. Мишка, Мишка, косолапый. Ну все, мы садимся кушать. У Миланы кашка. Вкусная кашка. У нас Дамир здесь, как обычно, все выбрасывает. Все выбрасываем. Игрушки сегодня поменяли уже другие. Я достала, я убираю в полку. Через какое-то время меняем игрушки, даем другие, да, чтобы было интересно им играть. Мы уже наигрались. В манеже они у нас тоже какое-то время, да, сидели без шапок. До поры до времени, пока Милана не упала назад. Они же поднимаются, потом руки опускают и падают. Ударила сильно головой, так плакала сильно. И после этого, да. И после этого мы стали вот в манеже тоже. Что они поднимаются, встают, а потом руки опускают и падают. И довольны. Да, Дамир. Вот, видите? Поднимается все, он повыбрасывал. Все повыбрасывал. На, держи. Все игрушки здесь. На, сыночка, держи. Рушан уехал, я осталась одна, как говорится. И, кстати, очень удобный. Эта штука, она на колесиках. Видите, этот манеж на колесиках. Все, я вот прикатила их здесь, я с ними, я здесь посуду мою, с ними разговариваю. И они со мной тоже беседу ведут по-своему. И прибираюсь потихоньку. Так что мужа покормила. Все, он уехал по своим делам. Надолго. А у нас хоть снег, но такое солнышко. Я открыла вот эту рулонную штору. Солнышко светит, тепло. Милана пытается что-то доказать. Все, как говорится, голосок прорезался. Теперь ей самой интересно. Сейчас Ваня с Христиной приедут ко мне. К нам, то есть, в гости. Да. Доченька. Ну ты такая смешная, настолько объясняла. Сама не понимает, что происходит.
крикунья растет, а? Ой, крикунья, говорунья у меня. Он Кристине отвечал. Кристина говорит, вкусно? Он говорит, да-да. Мяско кушаем. Давай. А так. Нагруднички одели от бабушки, да, которую нам бабушка подарила. Нагруднички у Дамира тоже. Давай. Вот так. Надо что? Ну, вот так. Тебе до конца все? До конца все? Кушаем. Мяско. Ну, пожалуйста, пальцы потом будешь. Милана! Я дочь. Я Долю называю. Овечка Долю. Милана, она издевается над тобой, да? Кристина над тобой издевает? Ой, простите, простите, пожалуйста. Миланочка, простите. Я забыла про вас на секунду. Пилот, это Ваня. Чего ты на него лаешь? Пилот, иди давай сюда. Давай сюда, пилотик. Какая красивая. Я отсюда зайчика слышу. Все, спит. Спит кукленыш, уснул. А Дамирка нет. Вот знаете, хоть снег, да, но тепло на улице, скажи. Ну такой свежий такой воздух. Чуть-чуть мороз есть. Хорошо на улице. Сейчас будут плакать. Ага, тебя не видит он. Видишь, я же сказала, он тебя не видит. Открой, открой. Куликан. Спи, куликан. Дамир, спи. Куликан. Кто не спит? Куликан. Милан спит. Да, все вырубилось. Я бы не смогла бы уснуть, когда столько одежды на мне. А что у него одни колготочки? Бодик одни колготочки. Не, ну хорошо, когда детки у них соль дома на улице. Тем более, когда свежий воздух. Здесь хорошо, у вас ни машин, ничего нет. Такой загазованность. Да. Ну я понимаю, что воздух уже пропитан везде. Но все равно... Я ему только что колыбельную пела. Не, не прокатывает. И что, ты будешь его на руках держать? Он обслюнявил себя. Я что-то мёрзну в мордашку. Ой, Дамир. Милана спит. Дамира нет. Дамира Кристина увезла к маме. Кристина с Ваней увезли Дамира к маме. А я здесь Милану охраняю. Охраняю ее сон на улице. Сама дышу. Вот так вот. А Дамир у мамы спит. Вот такие дела. Милан, ты что-то пытается доказать? Ой, да? А, понятно. Все поняли, все, тебя поняли, конечно, ребят. А, вон как. Вот так, да? А, вот так, да, там было? А, еще так было?
А, вот оно что. Ага. А? Она еще глазками. Может, на вид того, кого мы имеем? Не пугай меня, а то я спать не буду ночами. Да ну прям. Она просто... Ей самой нравится, что она начала вот это болтать, звуки какие-то издавать. Она сама от себя в шоке. А вот это то, что языки, вот это у нее было. А вот эти звуки... Ой-ой. А вот эти звуки, конечно, это... Она сама от себя в шоке немножко. Ей самой интересно. Ой. И доченька, и такая голосая, ты такая красивая, кучеряшка моя. Вот так, да, вот так. Да, скажи, я гуляла сегодня, да? Скажи, гуляла с тетей Кристиной, гуляла. А? Все, устала? Батарейка села? Поболтала, все, больше нечего рассказать. Просто ничего другого зале не произошло. Она не тебе рассказывала, она ждет, ты камеру включила. А, понятно. Да? Она говорила, сколько она зале не покушала, сколько покакала, сколько попукала. Все, здравствуйте. Рот заткнулся. Милана, лучше открой свой ротик, да. Вот так вот летает, да? Ой, как здорово. Да ладно тебе. Сейчас придет Кристина, подожди. А я здесь видео монтирую. Сейчас придет няня, сейчас придет. Давай, не капризничай, дочь. Вон Дамир сидит. Ну, у нас Дамир тоже сидит, молчит, а потом как даст жару. Тук-тук. Тук-тук. А, несешь? Ой, какие у тебя красивые топики, да? Ой, какие красивые. Рушан ездил в магазин. У нас сегодня такой дубак на улице. Первый раз такое. Мне вообще кажется, вообще было, нет, такой хоть раз? Было. Да, один раз? Было как-то. А что здесь, кефирчик есть? А? Нет. Ой, баночки. Так, я сейчас, наверное, все вытащу, как обычно. Потом покажу уже. Так, ну что у нас здесь? Баранки, хлеб. Так как у нас сегодня сумасшедший день был, если честно. Если бы могли, бы все рассказали, но не можем. Но сегодня был очень трудный день у нас. Поэтому хлеб даже не успели поставить. Кашки. Вот они еще кашки. Я скажу, что хлеб засыпай-ка. Просыпай-ка и включай-ка. А, нет, засыпай-ка, вставай-ка. А, вставай-ка. Угу. Вот, и баночки, укрепляй-ка. Индейка. Ага, укрепляй-ка. Так
только морковку не надо было брать, я сама бы ее сделала. Ладно, здесь индейка. Когда ты уже кролик наших индейок на мяско пустишь, чтобы я могла деткам индейку делать домашнее? Чуть-чуть потеплее. Молоко и сметану хочу завтра приготовить, блины. Еще никак не могу сковородку это опробовать. И Рушан уже уезжает, да? Я позвонила, говорю, Рушан, возьми колбасы. Не успела, телефон выключился. А, да? От холода? Да. Да ты что? Я говорю, вообще, я так хочу колбаску, возьми колбасу. Вот, взял колбаску. Все, и вафли. Так что, такие покупочки.